Первоуральец Павел Таранжин стал победителем второго этапа Кубка России по 3D-стрельбе из лука. Соревнования проходили в Челябинске и собрали несколько десятков участников из восточной части нашей страны. 3D-стрельба из лука – это стрельба по объемным мишеням. Этот вид спорта пока только набирает популярность, поэтому и участников соревнований не так много. Тем не менее, по словам Павла Таранжина, борьба за призовые места была достаточно серьезной. Лучникам необходимо было поразить мишени с разных дистанций от 5 до 45 метров. Самым метким оказался наш земляк. Третий этап Кубка России пройдет в июле.